Добро пожаловать, друзья! Вы на канале Брейна, и я пытаюсь проходить Daylight. Это версия для PlayStation 4. Сразу скажу, что игра не особо мне нравится. То есть я играл в хоррор и проходил намного выше классом. И тут не обязательно иметь графический движок суперсовременный или что-то такого рода. Игра полна багов. На PS4 она работает хреново, ну как вы могли заметить. Тут не проблема именно моего оборудования, карт захвата, потому что они нигде не выдают никаких артефактов, ничего прочего. Зависаний никогда лично не наблюдал. Здесь, пожалуйста, 3 раза за первую серию она выключалась произвольно, сбивалась, не знаю, с чем это связано. Также были замечены фризы. Из приятного мне нравится идея, довольно оригинально. Мне нравится, что тут есть такие пугающие моменты и хорошо проработанный звук. Графика довольно посредственная, то есть она не показывает возможности Unreal Engine 4. Так, ладно. Мы по-прежнему с вами движемся дальше. На удивление, да? Нас никто не сцапал. Так, мы дошли, смотрите, лестничный пролет. Я так понимаю, можно наверх, вниз. Так, последний глоустик, между прочим. Давай проверим, что у нас туточки. Magic stick. Тут ничего полезного. Вообще в игре, я так понял, что убить нас не могут. То есть нам рассказывают историю, что здесь произошло, какие опыты проводили в этой больнице над людьми. С их душами мы периодически встречаемся. И чем-то появление девочки в конце прошлой серии в архиве очень напомнило момент с Альмой из игры Fear. Я думаю, многие из вас смотрели и сами в это дело играли. Что это за звуки? Как будто кто-то сыт. Так, мне не очень нравится, куда мы спускаемся. Здесь, как вы видите, все влажное. Это что, наш след так отображается? О-о-о, как все печально. Смотрите, да? Еще один, можно сказать, баг. Как отображаются наши следы. Вот оно пропало сейчас. Не все же игры нужно, по сути-то, восхвалять. Если мы видим откровенный трэш, то почему, как говорится, не заметить и не рассказать о нем? Так, первая помощь, и если я не ошибаюсь, то мы с вами взяли флэры. Хорошо. Ой, канализация. Самое такое, знаете, отвратное место во многих ужастиках. Практически в 90% ужастиков есть канализация, больница, морг, кладбище, как я уже говорил. Самые такие злачные места. Но здесь вроде никто не появляется. Никто за нами особо не охотится. Так... Кишки. А наша главная героиня не может убрать этот засов. Я пройти туда не могу. Давайте пробежимся. Тут то же самое. Я хоть и бегаю, но стараюсь высматривать записки. О, родненький. Что-то какой-то агрессивный ящик попался. Так. Что у нас по карте? По карте у нас полная задница. Сеть, конечно же, не ловит. Я не знаю, насколько нам хватит батареи. Самое интересное, что мы нигде не ищем как бы запасные, да? Ну, по логике, на вспышке такого рода смартфон... Блядь, тихо-тихо-тихо-тихо. Проработает, наверное, часов 5-6, не более. Вспышка хорошо поджирает энергию аккумулятора. Так. О-о-о, полегче. На месте разработчиков я не понимаю, почему нельзя было добавить здесь парочку скримеров, да? Все-таки место очень злачное, канализация, по сути, да? Стоки здесь. Ну, я честно не знаю, почему они не добавили. Может быть, это... Игра вообще напоминает как будто альфа-бета-версия какая-нибудь. Скорее всего, даже бета. Даже не альфа. И... Блядь. Можно было бы сделать как-то более эпично. Потому что... Задаток для этого есть. То есть игра может получиться хорошей, опять же, если приложить к ней руку и желание. Так, сзади нас никто не преследует. Я просто хожу, знаете, это какой-то симулятор хождения по коридорам. То есть. Хер его знает, куда мы с вами вышли. Очень хочется верить, что я смогу вернуться назад. Очень хочется в это верить. Так, тут что-то есть. За этой дверью еще одна дверь. За той дверью еще 22 двери.
и так по кругу, да? Там висит что-то, по-моему, да? Какая-то записка. Есть самое интересное, что мы собираем с красным символом и с синим символом. То есть два разных вида записочек. Так. У меня есть предположение сейчас, что синяя, если мы собираем синюю, то это может быть на хорошую концовку как-то повлияет. О, это что такое? Какого хрена? Ладно. А красный, например... Блять. Тихо. Тихонько. А то я что-то начал игрушку критиковать. Я так понимаю, может быть, она это услышала и готовит мне какой-нибудь эпический высер или там откладку кирпичиков. Ну, у них тут, конечно, инфраструктура, да? Так, куда мы идем? Хер его знает. Такое себе, знаете, бездумное блуждание. Но это, по сути, так и есть. Набираем. Куда мы с вами вернулись? Ну, судя по всему, мы никуда не вернулись, потому что на телефоне у нас прорисовывается все сразу, как мы проходим тот или иной коридор. Так, тут ничего. На полу тоже ничего. А мне бы не помешала парочка глоустиков, но я, честно, пока что не вижу вообще ничего. Блин. Во-во-во-во, чух-чух-чух, коробки. Не надо так пугать. Отсюда, вот, видите, опять же баг. Вот, можно заметить, на видео это отчетливо видно. А, разноцветные разводы. То есть забыли там текстурку сделать или поплотнее как-то там это все прислонить, не знаю. Но оно выглядит реально недоработанно. Я такого не видел, наверное, уже лет 5 в играх. То есть даже в самых трешовых инди-хоррорах они это не допускают. То есть им не было бы стыдно так вот сделать. Если бы я, например, занимался вот отладкой помещений, например, для игры Дэйвэн. Блять! Ох, ёбаный ты помидор, что ты... Я аж подпрыгнул на кресле... Это было стрёмно. Признаю. Признаю, это было неебенно стрёмно. О, у меня аж озноб по телу пошел. Девчушка, я согласен, что ты тут чуть не родила, бля. Я чуть не родил. Забирай, забирай записку. Блять, я и съебываю отсюда. Я ебал. Так, ладно. Ой, бля. Как я высадил? Это что там? Блять! Она сзади! Блять, дура, беги! Она же сзади! Беги, беги, сучка! Она была прям позади. Знаете что? Ничего, блядь. Так, ладно. У меня все гениальные мысли из головы просто вмиг улетучились. На этом же месте, кстати, мы уже только что секунду назад записку взяли. Что ее развернуло-то? А почему меня развернуло только что? Я не знаю, что происходит. Ой, бля, вон она идет. Какого хера? Какого, блядь, хера? Ладно. О-о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 -
тупая. Пиздень, давай забирай. Забирай, блядь. Что ж ты, сука, тупая такая? Надо, ничего-то не надо. Так, лестница, мы вернулись. Я туда больше не вернусь. Ну нахер, нахер, нахер это. Так, ладно. Погнали куда-нибудь наверх. О, смотрите. Еще одно такое место. Я так понимаю, еще один надо какой-нибудь предмет найти. God, please. Боже, пожалуйста, не надо. Так кто тебя спрашивать будет? Надо, не надо, блядь. Взяла и прошла дальше.
А, так, окейушки. Значит, надо найти опять игрушку, я так понимаю. Либо что-то похожее на это. Так, она кряхтит где-то здесь. У нас совсем все плохо. Блин. Такое впечатление, что она бежит за мной. Давай, наверное, давай. Ху-ху-ху, как страсти-то накаляются. Давайте зажжем, наверное, флейрок один. На всякий пожарный. Вдруг это ее как-то отпугивает, действительно. Обычно на этот флайер зомби, наоборот, пытаются как-то собраться. Их привлекает яркий свет, шум. О-о-о, блин, тихо-тихо-тихо. А сесть, ты можешь сесть как-нибудь? Нет? Так, понятно. Нас фактически загнали в ловушку. Так, тут ничего. Тоже вроде ничего. Значит, надо внимательно собраться. А, внимательно посмотреть, где мы с вами были, а где мы еще не были. На этом этаже мы точно не были. А, были. О-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо так кричать. Я понял. Без медвежонка не буду возвращаться. Какой трешак. Какой трешак. Так. Ну, ладненько. Самое забавное, что это как бы... Ага, вот оно что. То есть вы мне предлагаете вернуться назад, что ли? Я там хрен найду выход оттуда. Так, значит, тут у нас закрыто. И чтобы пройти на следующий ярус, нам надо найти какой-то предмет. Хорошо. Так, давайте заберем, что у нас есть. Убирай. Ну, забирай же. Вот. Так, ну ладно. Давайте тогда немножко вернемся. Посмотрим. Может быть, я когда убегал, что-то где-то просто не заметил. Так, тут мы были. Тут нам тоже не пройти. И тут не пройти. То есть получается, что нам нужно возвращаться. Я еще раз тут все смотрю по-быстрому, потому что как-то я как-то не особо просто хочу возвращаться, потому что это, во-первых, долго, а во-вторых, хрен знает, нужно ли это делать. Может быть, нужный предмет находится где-то рядом. Может, где-то здесь. Нет, нигде. Эх, твою же мать. Ладненько. Так, а наверх мы что-нибудь... О-о-о-о-о. Тихо. Тихонько. Странно. Я думал, что мы поднимались сюда. Какой-то... Вроде же поднимались, нет? Странно, что моих шагов тут нету. Вот это фигово. Так, ну тут все забаррикадировано. Ничего интересного. Самое забавное, что даже записок нету. Ладно, погнали вниз тогда. Тут тоже мы были. Лучше перестраховаться, еще раз все это проверить. Ну, тогда назад придется уже бежать именно галопом по Европам. Так. Ну, ладно, погнали. У нас-то выбора особо нету. Тут ничего же, да, тут все закрыто. Вдруг откроется, мало ли. Выпрыгнет какой-нибудь невъебенно страшный дух. Захочет нас напугать. Так, дура, слышу. Я по этим звукам уже понял, что она где-то рядышком. О, вот что нам надо. Чёрненько. Может, мы реально что-то пропустили? Так, погнали, погнали, погнали. Есть прекрасный шанс еще раз. Вот сюда, например, мы не ходили, да? А, тут заперто. В любом случае, что ходи сюда, что не ходи, эффект будет один и тот же. Так. Блять! Не надо так кричать. Тут тоже чисто.
Эх, не люблю, честно говоря, вот это вот возвращаться. Просто, не знаю, написали бы где-нибудь. Или как-нибудь указали, меточку какую-нибудь поставили. Так. Что у нас тут? Пусто. К сожалению, тут у нас пусто. Слушайте, а тут мы не были, походу, или были? Я уже начинаю путаться, потому что... Чш-чш, не надо орать! Ты нас так не напугаешь. Мы уже пуганные, как бы, да? Много чего прошли в свое время. И просто так на понт нас этим скримером не возьмешь. Так. Anybody there? Anybody here? Да, никого нету здесь. Даже можешь не пытаться. Тебя все равно никто не услышит. Что это у нас тут? Ну, это понятно. Это мы вернемся назад. Давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. Я когда-то давно сказал, что... Ой-ой-ой, лучше туда не надо направляться. Что не люблю игры-лабиринты. Никогда не привлекали. Я помню, была игрушка, по-моему, называлась Maze. Инди-ужастик, тоже такой вот по типу лабиринтов. Надо было искать ключи, там, по-моему, ловушки какие-то обходить. I know you're there. Никогда меня это не польщало. Чё, руку свою не поднимай, а то мне иногда кажется, что это какой-то, блядь, черт вылазит. Так, вот тут может быть что-то. О, чудненько. Воу-воу-воу, не надо орать. Не надо орать. И так нам страшно. Не надо орать. Сейчас выбежим отсюда. Блять, блять. Тихо-тихо-тихо. Не надо. Стой. Просто дайте нам убежать отсюда. Это знаете, что самое интересное? Мы с вами найдем игрушку, да? Ну, предположим, гипотетически, мы с вами найдем эту гребаную игрушку. И нам придется пилить назад. Через хрен... Ну, я думаю, что назад мы уже как-нибудь быстро добежим. Не будем обращать ни на что внимания. Так, тихо-тихо-тихо. Она у нас как пьяненькая бегает. О, не надо орать. Ты что, скример, не надо так орать. Просто не надо повышать голос. Так, а тут мы были? Это куда оно приведет, интересно? Давайте проверим по карте. Ну, это лестничный пролет здесь будет, это понятно. Хорошо, это мы запомним. Что у нас тут? Ну, все понятно, да. Тупики. Хорошо, возвращаемся. Самое противное, это то, что скримеры повторяются. Они реально повторяются. Это, конечно, фейл. О, вот где нам надо было. Вот куда нам надо было. Что, нам книжка нужна? А вот ножницы. Понятненько. Так. Ну, понятно, что этими ножницами было... Понятно, что этими ножницами было совершено какое-нибудь убийство. Притом очень кровожадное, судя по этим небольшим заставочкам, что нам показали. Так, стоп. Давайте наверх сбегаем, глянем, что там. У нас уже ножницы есть, то есть мы с чистой душой можем возвращаться. Так, давай. Что тут у нас? Ну, я думаю, что, наверное, нет смысла тратить время на это. Побежали сразу вниз. Не-не-не-не, можешь не орать. Ты меня уже реально не напугаешь, потому что я испугался в первый раз. Я испугался во второй раз. Так, тут мы взяли. Ну, хорошо, понеслась тогда. Я, наверное, как добегу, ребята, я вам покажу. Ну что, мои друзья хорошие, мы практически добежали. Судя по карте, где-то рядышком. Вот мы практически по прямой должны уже бежать. Тихо. Нет, не сюда, этажом ошиблись. Побежали. Так, внизу тоже чисто. А, флейры у нас есть, больше взять нельзя. Ну все, поднимаемся и, по сути, переходим, я так понял,
на новую локацию. Вот сюда нам. Чудненько, проходим дальше. Только я, правда, ни хрена не вижу. О, глоустики. Вы получили приз. Чудесно. Неужто я прошел эту игру? Нет? Я думал, что мы, честно говоря, уже ее прошли, потому что если это будет просто повторяться, то есть по кругу ходишь, собираешь какие-то вещи, а все очень однотипное. Так, тут есть чем поживиться. Игрушка, кстати, опять, я так понимаю, она подгружается. Видимо, подгрузка идет, и поэтому такие тормоза. Но этого быть не должно, по сути. У PS4 довольно мощное железо. И есть игрушки, которые намного прожорливее, намного красивее, чем это. В разы, в десятки раз. Тот же Infamous, Killzone. Любая другая игра. Но она не показывает таких фризов, это ненормально. Так, чудненько. По крайней мере, интерьерчик поменялся, и это меня очень радует, потому что однотипные помещения... Так, вон, по-моему, что-то лежало еще. Нет? Так, там мы все взяли. Помещения были, помните, как... Опять же, в Outlast. Очень-очень напоминает. Это у нас уже не больничное отделение. Тут у нас, скорее всего, более важные дяденьки работали. Так, вон тут что-то лежит. Как бы нам туда добраться-то без проблем? Я молчу про физику в игре. Она, походу, тут вообще отсутствует. Я не вижу, чтобы можно было стулья двигать элементарно, да? То, что есть во многих игрушках, даже не самого лучшего качества. Тут этим даже не пахнет. Так, очередная уборная. Ждем какой-нибудь скримерок. Грязно-грязно-грязная. Двери открывать тоже нельзя. Смотрите, я даже не могу их подвинуть, то есть вообще никак. Так, пациент 13. У нас уже был пациент 56, по-моему, да? В самом начале. Пациент номер 13. И у каждого своя незабываемая история. Что у нас тут? А ничего, по сути, полезного. Карта какая-то очень маленькая стала. Так, тут ничего. Длинных коридоров, как вы видите, нету. Только вот такие вот помещенницы. Так. А, назад мы уже не вернемся. То есть уже назад никак. Давайте включим, наверное... А, глоустик поищем, может, что-нибудь полезное. Такс. Можно открыть ящики? Эх, увы и ах, замечательные ящики открыть нельзя. Хотя в них могло храниться что-то очень полезное. Так. Фотографии пациентов. А, видно, фотографии были дети, то есть мы с вами были в детском отделении. И можно, в принципе, понять, какие злачные опыты проводили они над детьми. Так, я что-то не понимаю, куда нам надо. Судя по всему, какой-то проход пропустили. Может быть, здесь? Так, что он как-то подозрительно подсвечивается? А, вот тут есть дверь. Может быть, отодвинуть это дело? Давай попробуем. Нет? Мало того, что очень темно, так еще и реально ни хрена... А вон, по-моему, проход, да? Вон же там можно пройти как-то. На лестницу? Это нельзя. Так. А, лампа, стоп, 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 я вижу, лампа подсвечивается. О, действительно, и мы сразу заметили, да, что там можно якобы пройти, но нужно было... Оказывается, это двинет лампу. Так. Мы в какой-то тюрьме оказались. Я не знаю, что это. Но мне очень не нравится это место.
Так, флэеры у нас есть. 4, 2 глоустика. Я думаю, на первое время должно хватить. И начинается... Наша песня хороша, начиная сначала, да? То же самое практически, что мы с вами уже видели. Только теперь вместо обычных дверей у нас открываются вот такие вот решетчатые двери. Это, наверное, офигенно страшно. Я не знаю. Так, ладно. Так-с. А вот это уже поинтереснее выглядит. Что тут у нас? Так. Огромное пустое помещение, по сути, да? Нету ни записки. Нету ничего, что можно было бы взять, прочитать. Либо я просто не вижу. Либо его реально нету. Я могу отнести эту игру, наверное, к самым таким, знаете, скучным, нудным, не особо интересным ужастикам. Она может быть интересна, наверное, первые полчаса. Первые полчаса, пока ты тут бегаешь, изучаешь. Графику вы не оцените. Знаете, тот же Outlast произвел намного... Блин, я думал, это кто-то идет на меня. А это стул такой. Намного более приятные впечатления, чем вот это вот блуждание по этим коридорам. Я слышу где-то что-то как бы мерцает. Да, давайте зайдем посмотрим. Так, ничего не работает. Ничего нельзя взять. Вот тут что-то есть. Очень удивительно, что мы с вами вот столько ходим, а записки до сих пор никакой не нашли, по сути. Это очень удручает. Ладненько, побежали. Да и скримеров-то особо нету. Может быть, пока еще не время? Ну ладно, посмотрим. О, только сказала скримери, как говорится. И тут же появились первые зачатки. Чётненько. Так, это готово. Что это за камеры? Смотрите, какие-то решетки, непонятно что там. А, я просто-напросто не вижу. Это дело... Блядь! Ох ты, ёб твою мать. Хорошо, что я задом стоял и... Кто-то плачет? Девушка, блядь! Что происходит? Мне показалось, или я там реально видел несколько записок. И красную, и синюю. Ух ты, вот куда нам надо. Вот куда нам надо. Больше никаких предметов, кстати, тут не летает. На этом ритуальном одре, или как там назвать, не знаю, что это вообще такое. А здесь больше ничего нету. То есть я не могу ничего взять. Ничего не подсвечивается. Так. Блять! Ух ты, что с... Так, стоп. Блять, я даже геймпад отложил. Вы что, ебанулись, что ли? Суки, 4 утра. Ой, блять. Это было эпично. Это было, блять, очень эпично. Сукины вы дети, а? Ой, бля, я уже спать нихуя не хочу. После такого, блядь, ничего не хочется. Оно же не пропало, оно один раз появилось, второй, блядь, добить решило. И на третий вообще в нокдаун, чтобы уйти, да? Ладно. Ёбушки-воробушки. Так, ничего не появилось после этого гамадрила? Нет, ладно. Фух. Хорошая взбучка. Знаете, вот за это респект. За это респект. Если такая поебота будет появляться часто, то меня явно увезут уже какую-нибудь
психиатрическую больницу, не знаю, на каталке. Вы кто? Я Брейн. За что вы сюда попали? Да так, блядь, в хорроры хуячил по ночам. И попал, блядь, в дурку. Так, ладно, давайте смотреть. Где мы с вами были, где мы еще не были? Трудно так определить, честно, по карте хер поймешь. Что это такое? Я еще раз вернусь назад. Это очень полезная вещь, когда... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не кипишуй. Сынами! Вот так, тут мы были, да? Потому что я в некоторые места хожу автоматом и могу просто забыть, что я туда пошел. Так, тут чисто, тут мы были. Хорошо, тогда возвращаемся, у нас выбора особо нету. Видимо, где-то что-то вначале мы пропустили. Блять! Что-то уронили. Вот безалаберные суки. Так, ладно. Сюда или сюда? Тут мы были. Да мы уже везде, по сути, были. Надо, видимо, что-то найти, чтобы... Не очкуй, не очкуй. Не очкуй. Ты же не очковая кобра, что ты очкуешь? Не надо очковать. Все хорошо, сейчас зайдем. Надо себя как-то взбодрить. А то, блядь, эти ебаные скримеры, они совсем доконают. Тут мы тоже были, а вот здесь мы уже не были. Чего-то найдем, посмотрим, что тут за херота творится. Так, ой, блядь, можно куда хочешь идти. Знаете, что мы сделаем? Давайте, наверное, тут перерывчик сделаем и продолжим уже изучать Daylight в третьей серии. С вами был Брейн, и мы пытались это дело как-то играть, пугаться и веселиться. Всего хорошего, до скорых встреч, пока-пока.